когда стреляют, объясни. Я не знаю. Ложиться надо, не сидеть, ложиться. Пока ты добежишь, тебя 10 раз наебет. Как услышали, только рядышком начинает ложиться. Лучше полежать, блядь. Конечно. Сидя будешь сидеть, тебя, блин, этот самый. Осколок. Конечно. И стекло ты ради. А вот так вот не собирался. Там же два раза под град попадали. Вчера на октябрьском пару раз попали. А вот это уходит. Это что-то вообще непонятно. Вот 60 и один 140. Туралет висит на окне. Да, висит на дверь, но дверь не открылась. Дверь так приоткрылась. Но ролета такая. Короче, ролета оторвала просто. Ну, сейчас будем думать. Сейчас внутрь попадем, будем думать. Да дверь приоткрыта. Она вынесла замок. Второй этаж высажен окна, третий чуть-чуть, четвертый открытый, ну и там. Наши хозяину не звонили случайно, я просто знаю человека. Нет, не звонили, не знаю. Сюда, с магазина. Я только приехала, я без понятия. Я думаю, фашисты пострадали. Думаю, да. Я не понимаю, как здесь находиться, я что вообще? Привет. Мы там ничего не сделаем.
пишет маленький привет. Комментарий пишет. Комментарий, ну что я могу, что я могу. No, just as I to say, my name is blah blah blah. I'm living here for I don't know many years. Today I was in. Ну вообще я это самое. Я живу около аэропорта. Там у нас вот это ж тоже стреляют и все остальное там уже домов много. И мы, а тут дочка живет с зятем. Ну их сейчас нету, они уехали. Ну я имею в виду, вот это мы у них были на 11 этаже, и вот это вот сначала в те дома вот то попало, а потом уже вот это в наш. Мы когда находились и поселились на здании, да? Да. Вот это все, что вот это, вот то, вот это все вот это сегодня. Вот там на площадке, вот там вот, я имею в виду, везде. Ну, тут попало вот, видите? Два снаряда, один вон вверху, один вот. Ваша квартира не задета? Нет. Вот, ну, она выходит на ту сторону. Ну, если судить по, вот видите, это самое, значит оттуда откуда-то. И все, получается, снаряды и оттуда, все снаряды оттуда пролетели. Сколько, как вас зовут? Валера. Валера. Сколько вам лет? 65. Сколько лет ваша дочка проживает в этом доме? Ну вот, как его построили. Сейчас они находятся дома, либо живут? Нет, они уехали в Сумы. Там внук в школу пошел, а тут же нигде ничего. И тут же вот с самого начала вот этот бомбили, и вот это они... Я имею в виду Вишневского, вот это когда. И они уехали. А мы, получается, уже до вокзала приехали сюда, чтобы более-менее здесь побыть. Чтоб... У нас там ни света, ничего нет. Еще дом стоял целый, за сегодня не знаю. А так рядом у нас там и ко мне во двор прилетали. Но ко мне такой отграда прилетел. А рядом с соседям пролетел снаряд такой хороший, что воронка где-то больше метра.